Так, вот она, вот она. Даже меньше 15 минут. Готово. Всем привет, меня зовут Таня. Круто, что вы зашли. Сегодня я хочу приготовить с вами супер быстрый и супер вкусный ужин. Это у нас будет паста, ну, макарошки по сути, макарошки с креветками и в соусе песто. Для этого рецепта нам понадобятся крупные креветки, паста любой формы, оливковое масло, пармезан, чеснок и соус песто. Начнем с самого элементарного. Поставим воду закипать. А чеснок тем временем мы разбиваем широкой стороны ножа. Готово. Водичка у нас пока греется. Поставим разогреваться сковородку тоже. Чесночок откладываем в сторону. Натрем пармезан на терке. Его надо немного, буквально для подачи. Трем на мелкой терке. Если у вас есть терка чисто для пармезана отдельная, воспользуйтесь ей. Все, натерли пармезанчик, откладываем в сторону. Переходим к плите и начнем колдовать. Так, водичка закипела, закидываем в нее пасту. Водичка должна быть подсоленная. И варим по инструкции меньше на парочку минут, чтобы они были чуть-чуть недоварены. Мы тем временем займемся креветосами. Так, на сковородку вливаем olive oil. Сейчас сделаем из него чесночное масло. Закидываем чеснок и обжариваем буквально до золотистости. Это происходит достаточно быстро. Чесночок отдаст свой аромат маслечку. И мы его отсюда уберем. Все, пошел шикарнейший аромат чеснока у нас. Это просто пушка-бомба. Буквально минутку обжарили и убираем, иначе чеснок уже у нас будет гореть. Убрали. И вместо чеснока закидываем креветосы. Жариваем их тоже довольно быстро. Буквально 2-3 минутки. Креветосы обжарились у меня 2 минуты. Теперь я убавлю огонек. Закину сюда макароны. Пришел черед нашего соуса песто. Песто у меня покупной. Вы, конечно, можете сделать его сами. Я не люблю возиться, хотя он делается довольно быстро. Мне нравится, что можно использовать очень удобный покупной. Сюда же добавляем чуть-чуть бульона от макарон, чтобы у нас песто хорошо разошелся. И все это дело знатненько перемешиваем. Смотрите сами по вкусу. Мне достаточно на такой объем 3 столовых ложек. Вы, если любите более насыщенный вкус, можете сделать и больше. Сам соус довольно соленый, поэтому соль я не добавляю. Ни к креветкам не добавляю, ни в пасту. Тем более макарошки мы воду подсаливали. Так, вот, собственно, и все. Итак, вот она. Даже меньше 15 минут. Минут 10 ушло на все, потому что у меня макароны очень быстро варились, там буквально 3 минуты. Итак, вот она, паста готова. Слегка посыпали еще ее пармезаном. У меня уже немножко остыло, пока я камеру переставляла, но вообще-то он тает, когда на горячую пасту попадает, и получается белиссимо, сказал бы какой-нибудь заезжий итальянец. Спасибо, что досмотрели до конца. Надеюсь, что попробуете приготовить этот ужин, который готовится реально 10, максимум 15 минут. Приходите еще. Пока!